Я очень счастлив видеть вас здесь, таких молодых, одухотворенных, очень нарядных. Благодаря вам вот этот всегда строгий зал Дворца Независимости сегодня становится неофициальным, а таким нарядным и торжественным. Мы впервые проводим новогодний бал. В его классическом представлении вспоминаем, возрождаем красивую традицию минувших дней. Тогда подобные светские мероприятия являлись чуть ли не единственным местом для общения. Ну, сегодня таких мест достаточно. Но знаете, настоящего человека, если вы хотите увидеть настоящего человека, рассмотреть можно только глядя в глаза. Я очень надеюсь, что вы найдете себе здесь хороших, надежных друзей, и это будет началом хорошей, хорошей традиции суверенной и независимой Белоруссии. Здесь вы все не благодаря какому-то случаю и удаче. Это бал своего рода подарок за усердие, трудолюбие, отличную учебу, за вашу инициативность. Здесь лучшее из лучших. Здесь самые лучшие молодые люди. Вы самая активная и прогрессивная часть нашего населения. Не всегда, может быть, мы понимаем друг друга. Я имею в виду мы, власть, и вы, молодежь. Это, наверное, естественно. Я бы сказал, в стиле таком классическом взаимоотношения старших, младших, отцов и детей и так далее. В целом, и это главное, мы с вами смотрим в одном направлении, в будущее нашей Беларуси. Говорю это абсолютно убежденно, потому что в уходящем году очень много общался с молодежью. И знаете, эти общения, которые у меня были с молодежью, они моих ожиданий не обманули. Вы настоящее будущее нашей страны. В канун новогодних праздников я хотел бы пожелать всем вам, а в вашем лице всем сверстникам вашим, ставьте перед собой сейчас, именно сейчас, самые грандиозные цели. Казалось бы, абсолютно недостижимые, и вы их обязательно достигнете. Если вы это время потеряете, ничего вы в жизни не сделаете. Может, не сразу вы покорите ту высоту, которую наметили, но я уверен, вы обязательно дойдете до вершины. Дорогие друзья, вы живете в очень интересном мире и в очень интересное время. Для вас открыто все, но помните, ваш дом – это тот клочок земли, на котором вы родились. Это ваша страна, это Беларусь. Я не агитирую вас привязаться к Беларуси и ни в коем случае не выходить за пределы этой страны, вашей страны. Но помните, где бы вы ни были, больше, чем дома, вас нигде никто не ждет. И вам всегда-всегда захочется вернуться домой. И если вам домой захочется, значит, вы настоящие белорусы. Я буду желать вам только этого –